сейчас Настя Аравина, даже мне так произносить это странно, Настя Аравина прочитает нам. Что ты нам прочитаешь? Игоря Северянина. О, Игоря Северянина. Я вскочила в Стокгольме на летучую яхту, на крылатую яхту из березы карельской. Капитан мой любовник встал с улыбкой на вахту, закружился пропеллер белой ночью апрельской. Опираясь на румпель, напиваясь грига, обещал мне страны, где в цвету абрикосы. Мы надменно следили эволюции брига. Я раскрыла, как парус, бронзоватые косы. Приставали к Венере, приставали к Сатурну. 2 часа побродили по ледяной луне мы. Там саду урны с небой принесли мне в Сатурну. На луне все любезны, потому что все немы. Все миры облетели, все романсы пропели. Рады были с визитом к самому паладину. А когда увидали, что поломан пропеллер, наша яхта спустилась на плавучую льдину. Хорошо. Здорово. А еще?